exhibit sign has been switched off. Please check the overhead bins and the seat pockets in front of you for personal belongings before leaving the aircraft, and please be careful when opening the overhead bins. Security personnel here at the airport may request that you identify yourself, so it's not a good idea to have some form of identification handy for the control authorities. Just a reminder that you may not smoke until you are inside the terminal building. Welcome to Geneva. Здорово. Как дела? Да. Наконец-то. Как дела? Как добрался? Находится вот здесь, между этими сираками, мы проходим зигзагом, спускаемся вниз. Поднимаемся сюда. Вот у нас маленький участочек, достаточно опасный. То есть там очень круто и все обледенело. И потом за Монт-Моди, проклятой горой, мы поднимаемся на Монт-Блан. Вот это наша точка. За победу! Значит, сейчас мы поедем, посмотрим маленький буржуазный французский городишко, который называется Анси, в котором живут богатые люди. Живут спокойно, тихо и довольно. Сейчас происходит в городе Анси фестиваль мультипликации мировой. Кстати, есть представители из России. Насчет Украины я не уверен. Это еще неизвестно. Идемте посмотрим поближе. Быстро. Это ж когда Александр приехал, Александр II со своими казаками взял Париж. В принципе, казаки сидели, пили водку и кричали «Быстро! Быстро!». Вот отсюда и пошло название «Бистро». А вот эта церковь, их тут, кстати, навалом. Я не знаю, почему назвали новую часть города Старым Анси, и старая часть города называется просто Анси. Это совершенно непонятно, но это, в общем-то, не важно. Мы сейчас находимся в центре города Анси, который существует уже... Dans quelle année il était fondé? Мы не знаем, в каком году он был, этот город, значит. Но мы знаем, что он уже существует с эпохи Наполеона, и... Точнее, в эпоху Наполеона он был аннексирован от Италии, это часть мира, вот эта часть Франции,
и присоединена к Франции. Раньше это было, до этого это была Италия. Вот смотри, мы находимся на высоте 448 метров сейчас. 448 метров. Значит, все нормально. Все работает. Все работает. Вот этот паб называется паб Медиеваль. Медиеваль в переводе на русский обозначает средневековый. Значит, вот это средневековый замок, с которого, я так подозреваю, начался город Анси, и, в принципе, который является костяком и центром, сердцем этого города, откуда уже пошли дальше какие-то крестьянские поселения и прочее, 5-10. Но основные бароны, которые в этом городе жили, принцы и прочие дела, они все проживали вот здесь. Выпьем за этот городок, который нас принимает, в котором мы имеем возможность выпить пиво и поговорить с официантом на русском языке. Анси отдыхает. Посмотрите вот туда. Лазят по всей квартире и собирают свое оборудование, потому что оно, как правило, спрятано во всех частях обиталища, то есть оно может быть спрятано в каких-то непонятных тут вот холодильных, грительных установках, могут быть спрятаны какие-то носки и прочие дела, то есть, в общем, это очень сложная штука собираться в горы, поэтому вы не думайте, что это все просто так. Пошли. Здесь нету. Подожди, здесь просто нету. О, это магнезия для скалолазания, кстати. Магнезия на ручки там и так далее. Намазываешь. Где же это вот дело? Слушай, давай сейчас пивка выпьем. Не, с предложением небольшое. Нет, нет. Пиво есть нормальное. Кстати, не хорошо. Пиво. Да, еще вино есть. Что такое? О! Есть! Смотри, нашел. То, что я так долго искал. Це миньон, да? Це миньон, это значит симпатично. Це вре? Это жердик палатки, которая, значит, помогает нам эту палатку держать. Куча. Нестор нет дома, Нестор в горах. В горах. Это склонение, надо склонять. Блядь.
Гараха. Вадимушка, мы отчаливаем. Ровно через 6 секунд я завожу машину, и мы трогаемся от моего дома. Я там с чем и будем в твоем магазине через 10 минут. Ты к нам подойдешь? В данный момент наша дорога лежит в Шамони, вот это центр европейского альпинизма, международно известный, в котором произойдут последние приготовления к нашему подъему наверх. Наконец-то мы добрались до Шамони. В этом городе количество спортивных магазинов превышает количество продуктовых магазинов. В принципе, это вам, вы наглядно в этом убедитесь в результате нашей съемки. Но я думаю, что здесь всего 4 продуктовых и 40 спортивных. У тебя из ушей дым не пойдет? Сегодня у меня из всех щелей даже без курения дым идет, поэтому, собственно, нечем удивляться. Посмотри, сколько народу за нами скопилось, пока мы стояли торговали. Вот это первовосходители на вершину Монблан. Зовут мужика Сосюра. Кстати, неизвестно, почему его так зовут. Наверное, это наш поэт, который первый залез туда. А пальцем своим он показывает на вершину Монблана. И то есть люди, которые сюда приезжают первый раз, они могут без проблем догадаться, где находится вершина. Почему? Потому что у них есть всегда вечный указатель. Жду не дождусь, когда мы уже наверх наконец-то попадем, потому что уже, столько об этом говорили большевики, что, в общем, необходимость уже назрела. Разница между вот здесь и вот там 2800 метров. 2800. Нихера себе. Это мы туда залезем, да? Попытаемся, во всяком случае. Красиво, а?
Бардак. Как в этом бардаке разобраться? Все время думаешь, как же в нем разобраться? Ну, в общем-то, это фигня. Я себе штанишки прикупил сегодня. Классные штанишки. На подтяжках. Как и мечтал всю жизнь. Не спадали. Будем надеяться, что в этих штанах мы сделаем длительный путь. И они нас не подведут. Точнее меня, мою задницу. Пока что мы еще только на 1025 метров. Высота Анси над уровнем моря. Анси, Шамони над уровнем моря. В общем, пока что еще не переживайте. On va en Italie, combien de ce qu'on vous doit? Allez simple, ouais, mais on va retourner dans 10 jours à peu près. Allez simple. 28? Oh la vache! Oh la vache! C'est pas possible! Non mais écoutez, là je vais payer avec ma carte parce que nous on n'a pas assez de liquide là. Oh la vache, 28, 80. Plan sur son expression là. 28,80. 30 евро стоит проход. Прикинь. Сегодня мы поможем попасть только на Хельбруннер. Хельбруннер – это первая ступень нашей, так сказать, всей нашего перемещения наверху. Мы должны были бы идти на Элигви-Дю-Миди, но Элигви-Дю-Миди сегодня закрыта из-за ветра, поэтому у нас два варианта: либо остаться на Хельбруннер, там ночевать, и потом ночью пешком переходить на Южное Плечо, либо мы можем что-то придумать уже по ходу дела, атаковать Монблан с Хельбруннер. Вот это, в принципе, стандартный вид альпиниста перед тем, как он отправляется на гору на 10 дней. Но я думаю, что этот вид, он, в принципе, очень резко отличается от того, чем мы будем через эти 10 дней. Поэтому самое главное, запомните нас такими красивыми и хорошими. Thank you.
на этой штуке мы собираемся покататься. Покататься. Ну это прям. Не, ну кататься мы будем, конечно, хорошо здесь. Потом еще несколько минут на втором, а потом еще одну минуту поднимаемся на третьем. Сегодня я первый раз попал на высоту 3460 метров, и меня поразила красота этих скал. Здесь холодно, здесь практически мороз. И честно вам скажу, пока я сюда приехал, у меня очко сыграло пару раз серьезно. А что предстоит дальше? А дальше предстоит вот эта вот гора, которая называется Монблан, почти 5000 высотой. Ну давай. Посмотрим. Я буду очень счастлив, если в ближайшие дни я не сдохну и буду продолжать свой путь к моей мечте. Монблан. Абсолютное молоко, совершенно не видно, куда идти, зачем идти, почему мы туда идем. Мама, я хочу домой.
Вполне вероятно, что мы стоим в очень опасном месте. Может быть лавина, может быть что угодно. Но мы не можем ничего увидеть, потому что видимость метров, наверное, 80-100, только белая пелена. Даже солнце еле пробивается. Так что пока мы сделали решение ждать, пока мы не увидим чего-нибудь, потом сверимся по карте и по компасу, нам нужен ориентир обязательно, и двинемся туда, куда намечали. Вот. Да сейчас вроде смотрите, разрушается. Ну покажи облачка, как видно где-то. Et on était obligé de courir le chercher parce qu'il y avait encore un peu et il aurait disparu à jamais. Le salon. Mais là j'aurais dormi dans les duvets, quoi, dans les vases duvets. Alors, ça va à la maison? Короче, произошла сегодня с нами такая веселая история. Вообще какой-то выход у нас начался с всяких неприятностей. Упал телеферик с французской стороны. Теперь мы должны подниматься с итальянской. Вместо того, чтобы просто тихо спуститься с южной иглы и отдыхать себе сейчас, загорать на месте, мы вынуждены топить не знаю сколько километров, менять уровень, высоту, опускаться, подниматься, уставшие как собаки и так далее. Кроме всего прочего, взорвался тюбик сгущенки в моем рюкзаке, который в результате испачкал практически все мои личные вещи, трусы, носки, мои подштанники, майки. Короче, все пошло боком. Кроме всего прочего, когда великодушно Игорь пытался очистить мой рюкзак от тушенки для того, чтобы его было легче вычищать, он его вывернул наизнанку, засунул вовнутрь, значит, два наших спальника. Его, конечно, и как-то, не знаю, как там произошло, почему-то один из спальников вылетел. Это, конечно, был мой спальник, потому что все неприятности тут почему-то я собираю. У Игоря пока что все нормально. И самое страшное, спальник покатился вниз к дыре, и мы не видели, есть ли там дыра или нет. В этот момент ужасно уставшая, кошмарно мертвая, просто вообще теоретически очень тяжело было думать, вообще невозможно было думать. Вообще думать всегда тяжело, а здесь особенно было тяжело. И я начал прыгать за этим спальником, как молодой козел, поскакал с риском для жизни. Спасти мы его все-таки... спасти его не успел сразу, и нам пришлось организовать целые спас-работы для бедного спальника, который там лежал и замерзал внизу в этой дыре в одиночку. Когда мы подождали, когда упадет мороз, замерзнет снег. Почему? Потому что там был трещина, была просто закрыта легким мостом из снега, и этот спальник, засранец, упал именно в центр этого моста. Где-то приблизительно метров 30 квадратных или 40, которые подвешены просто как паутина какая-то, висят, не знаю на каком, благодаря чему, только благодаря тому, что они приклеены к стенкам этой трещины. Игорь мужественно, рискуя своей жизнью, значит, прибил себя к толстой железяке, которую мы вогнали предварительно в снег, выпустил веревку, значит, с риском для жизни меня, выдавал мне веревку, и я бедный, значит, геройский парень такой, вообще герой Вьетнамской войны, спустился вниз, взял этот спальник, и мы радостно вернули, значит, его в лоно семьи. Так что все, семья воссоединилась, все в порядке, мы себе не отморозим бэбихи сегодня ночью. Что? Ну вот так вот, собственно, люди становятся ну что, сегодня инвалидами. Мы очень устали. Смертельно. Потому что... Век воли не видать, в общем-то, да. Я прожил на 16 метрах над уровнем моря много лет. Я могу засвидетельствовать. И теперь попали на 3-400
Совершенно неожиданно. И не хватает кислорода. Даже не ожидали, что мы сюда попадем. У нас абсолютно было непредвиденно. Я вообще как-то себя чувствую, вообще крыша едет, как таблеток обхватался каких-то. Все время дыхание. Дышишь, как конь педальный какой-то. Все время хочется спать, кушать. Пить, писать, какать. Ну хорошо, что у нас есть чай. Мы можем... У нас есть суп. Меньше всего нам хочется бежать куда-то. Вот это и идти куда-то. Мне, в самом случае, вообще ничего не хочется. Хочется сидеть, лежать, не двигаться. Такой кайф. Ну, в общем, сегодня у нас первая ночь в горах. На высоте 3500. Первая совместная. Сколько? 3400? Красная ночь в горах. Сколько на твоем высотомере? Сейчас глянем. Значит, будильник мне показывает... У нас 3310 метров по счетчику. 3310. Хорошо. Мы будем отдыхать, а завтра утром будем тоже отдыхать. И послезавтра будем отдыхать. А ночью, завтра ночью, наверное, дернем на иглу. Если дернем по игле, по вене дернем иглой, и, короче, воды вообще не кидать. И спальниками больше разбрасываться не будем. Я, конечно, сегодня перепугался. Все-таки самый дешевый в мире пуховый спальник из самых теплых. И так вот его потерять, конечно. Причем самое главное не то, что он какую-то там сентиментальную представляет ценность. Это потому, что, в общем-то, спать было не в чем, если бы мы его потеряли. На улице минус 5. Вот, подтверждаем. Петька, в бане пар есть? Есть, Василий Иванович, пар, есть! We'll be right back.
такой вот красивый Монблан во время восхода солнца. По-моему, Игорь совершенно честно заработал кличку «Сладкий альпинист». Правда? Да. Тварь я дрожащий. Километров на 6, на 7. Шли мы больше 3 часов, устали. И теперь мы собираемся поставить палатку. Здесь, на этом месте, копаемся в снег. Для того, чтобы пробыть в ней еще 2 дня для акклиматизации. Затем взять Монблан, который находится за этой грядой. Держи. Спасибо. Мама мне сегодня 35 лет, да. Вот я отмечаю. Вот я во Франции отдыхаю у друга в гостях. А я и в Италии был позавчера. А чисто я взял на недельку отпуск посмотреть мир. Вот. Не, я в горы не лезу, не, я. Я чисто так вот по долинам поездить, у нас машина есть, Францию посмотреть, людей, Италию. В горы я не лезу, нет. Любовь Николаевна, у вас очень честный сын. Он вас не обманул, он не в горах, он в центре города находится сейчас со своими друзьями. Поэтому не переживайте. Я 17 числа в Киев прилетаю, июля. Да. Ну хорошо, я еще перезвоню недельки за две, за полторы. Скажу, в котором часу, примерно в 3 часа я приеду. Дня, может в 2, я не знаю. Ну посмотрим. Ну ладно, мам, давай, спасибо. Вот, увидимся скоро. Пока. Это салями жареные. А вот это картошечка пюре. С молочком, солью. Вот так мы собираемся отметить Игорева день рождения. Вот так вот мы собираемся отметить Игорева день рождения. Я хочу выпить за день рождения человека по имени Игорь, который не побоялся приехать на свой 35-й
день рождения в Альпы. Не побоялся его провести с каким-то обгорелым мужиком вонючим и ужасным и страшным. И все это ради того, чтобы, так сказать, утолить свой голод, страсти, покорения вершин. И, в принципе, таких людей я уважаю. Дай нам Бог таких людей побольше. И дай нам Бог любимым быть и так далее. В общем, за тебя, Игорь, за твое здоровье. Живи долго и счастливо. Много лет. Ну, спасибо за поздравления. Вы видели вертолет, который забирал очередную жертву горных туристов, очередную жертву. Кто-то тут навернулся недалеко от нас. Кстати, мы, в общем-то, как бы и слышали, что там что-то свистели, кричали, что-то было. Ну, господи, знаете, столько народу лазит левого, поэтому мы не среагировали. Поляки даже не вылезли из поля. Они спали. Они вообще спали, они завтра собираются на гору, по-моему. Но мы не спали, но мы тоже не вылезли. Мы такие мужики конкретные. То есть нас не надо теребить по чепухе. Вот и все. Вот мы находимся совершенно недалеко от Рефюшкомсмик. Рефюшкомсмик — это, как это по-русски будет, даже не знаю. Там, где можно переночевать, покушать, отдохнуть, и откуда альпинисты стартуют на Монблан впоследствии. Вот, здесь вы видите одну из самых красивых панорам в Европе, Шамони, пригороды Шамони, потому что Шамони сам он спрятан здесь вот за горой. Это вы видите ледник. Это вы видите
Монблан, в принципе, как бы предгорье одной из его плеч. Потому что сам Монблан, вот он здесь в тучах, сейчас спрятан. Мы его не можем увидеть. Вот такие вот дела. Вот какие у нас красивые сираки. Это убежище расположено в интересном месте недалеко от Тегвидвиди и с видом с маленькой террасой, с видом на Шамони и с видом на Монблан Дютакю. Маленький такой, маленький Монблан, скорее всего. Пойдите по фильм. Ти фильм все. Вы уже видели? Нет, это первый. Это Монблан. C'est du week. Je ne sais pas si c'est juste. Вот это убежище, оно принадлежит, это не частная организация, оно принадлежит коммуне. То есть как бы государственная фирма. Поэтому цены здесь 3,20 за пиво и 100 франков за ночь. То есть это где-то в районе 15 евро. Больше вы таких убежищ. А вот это Игорь после писяшечки строит туалет. Он решил выкопать большое очко, построить кучу стен вокруг, и в случае пурги мы будем, значит, мы не потеряемся. Единственный момент неприятный, это то, что это практически рядом с палаткой. Рядом главное с национальным флагом, с палаткой. И вот у нас там еще пара палаток отдыхающих, значит, англичан и поляков. Я вообще... почти инженер-строитель. Я думаю, что моего образования хватит, чтобы построить небольшой, маленький, уютный туалетик. Палаток много, и ходить, особенно когда шторм, снег, пурга, ходить далеко чревато последствий. Поэтому у нас будет свой инженерно построенный туалет. Сейчас я его построю, и вы увидите эту чудесную снежную архитектуру, которая будет называться наш туалет. Сейчас мы вам расскажем о той конструкции, которую мы произвели здесь, в Альпах, которая нам так необходима. Пройдемте. Для начала ступень. Ступень придерживается европейским стандартам. Примерно не более 70 сантиметров. Следующая ступень уже непосредственно в камеру абонента. Здесь имеется сливной бачок. Воды сейчас еще воду не подключили, но скоро подключат. Вот. Имеется туалетная бумага. Ну а также выдержаны размеры европейские натурального очка. Вот. То есть, если в принципе расставить ноги на ширине плеч, присесть и держаться руками вот так, то даже при сильном ветре можно выдержать все то, что должно произойти в нормальных человеческих условиях. Вот такой туалет мы здесь сделали. Можно уписаться, так это весело было сделано. Вот на что водка толкает людей. Не пейте, люди, писяшечку, потому что если мы сейчас еще бы выпили, мы бы тут построили какой-нибудь Эрмитаж или какой-нибудь выставочный зал с выставкой наших грязных носков, трусов и прочих дел, которых у нас тут уже накопилось достаточно. We'll be right back.
все клево! Это Монблан! Это маленький Монблан! Монблан Дютакуль! 4248 метров! Это все, что я смог! На что был способен! Но на том спасибо, это первая моя вершина, которая больше тысячи. Я все равно счастлив, я благодарю Нестера за то, что он вытянул меня сюда. Я люблю экстрим, хотя не такой большой, как этот. Такой, я думаю, достаточно. 4250. Ура! Нестер, а? А скажи мне, у тебя есть мечта? О чем ты мечтаешь? Есть у меня мечта. Уйти сейчас на пенсию, получать 3 штуки в месяц, жить в кемпинге внизу в Шамони, в кемпинге Бельведер, и лазить каждый день сюда, покорять здесь горы. Каждый день? Ну, постоянно, регулярно. Быть здесь, торчать на постой. То есть вниз лазить, мыться в кемпинге, стираться, ходить за пенсией, возвращаться в кемпинг и опять залазить сюда. Вот такая вот у меня мечта. Это очень серьезно. Настоящая мечта настоящего мужика.
Мистер, мы в безопасности. Вот так вот. Игорь ко мне спиной повернулся, такой писец. Жалко, что я не могу его вам отправить в Ирландию в таком состоянии. Вы бы оценили все прелести и альпинизма и всего остального.